Ласточка. Приднестровская история. Статья на rusfakt.ru за 26 июня 2020 года. Снайпера вычислил Серега по солнечному блику. Командир, точно говорю, угловая квартира на четвертом этаже. Дай мне троих, и мы его возьмем живым. Воропаев не думал ни секунды. «Бери Мишаню, Димона и Олежку. Возьмете? Молодцы. А нет? Ну, так нет». Прижимаясь к стене пятиэтажной хрущевки, они подошли к двери подъезда. Сергей потянул дверь, та со скрипом открылась. Осторожно, они поднялись на четвертый этаж и стали перед дверью. Ничем не примечательная, обитая дермантином дверь, не бронированная, открывается внутрь. «Все, он наш». «Капец ему!» – прошептал Сергей и обернулся к стоявшим сзади него. «Димон налево, Олежка направо, я на кухню. Мишаня». Михаил прислонил ока к стене, сконцентрировался и с коротким криком изо всей силы ударил ногой в дверь, прямо в замок, выбив его с мясом. Вскинув автоматы, Сергей, Димон и Олег вбежали в квартиру. Девушка стояла и тряслась. Димка поднял с пола отброшенную винтовку, провел пальцем по прикладу и посмотрел на Сергея. «Шесть. Не убивайте, у меня дети. А у нас что, щенки?» «Ладно, ребята», — Сергей подошел к окну и глянул вниз. «Дети у тебя, говоришь? Тогда вот тебе шанс, прыгай. Уцелеешь, лично в больницу отвезу. Ну, а если нет, значит, Бог считает, что грехов на тебе слишком много». Девушка облизнула губы. «А если не прыгну?» «Тогда рассчитаешься за тех шестерых прямо сейчас, а я уж перед Богом найду, как оправдаться». Девушка посмотрела вниз. Палисадник, засаженный цветами, не асфальт. Она медленно поднялась на подоконник, перекрестилась и прыгнула. Сергей выглянул в окно, посмотрел вниз, плюнул, развернулся и направился к выходу. Девушка лежала на боку, неестественно вывернув ногу. Сергей вынул из ножен штык-нож, присел на корточки и перевернул девушку на спину. Несколько секунд он смотрел в ее зеленые глаза, а потом поднял голову. В дверях подъезда стоял Олежка и с ужасом смотрел на него. «Чего смотришь? Холодная!» Он поднялся. «Слава Богу, не пришлось брать греха на душу!» И штык-нож с мягким стуком вернулся в ножны. Клим Подкова специально для rusfakt.ru. Ласточка. Приднестровская история.